Самый масштабный розыгрыш трех ножей и одной пары перчаток для тебя. А именно, охотничий нож черный глянец, нож выживания африканская сетка, паракорд нож африканская сетка, обводки рук пустынный шаман. Условия очень простые и ждут тебя в описании. 50 тысяч рублей на GG дропе, и это наша новая рубрика до Драгонлора. Да, именно сегодня в ролике я хочу попробовать поднять через апгрейд. А это, кстати, скин с апгрейда, когда мы пытались бесплатного кейса дойти до ножа. Вот такая вот история у меня осталась. Но сегодня, ребят, вроде бы в районе 500 000 рублей есть какая-то АВП Драгонлор. Я не знаю, думаю, это максимально худшее качество. Хотя нарисована она идеально. Но я уверен, что это после полевых, либо закаленка. И сегодня, прямо сейчас, я хочу попробовать вместе с тобой до нее дойти. Сразу скажу, не знаю, куда мы зайдем и вообще сможем ли. Но обязательно, прямо сейчас поставь свой царский лайкосик. И не забывай, что если ты когда-нибудь окажешься на GG дропе, ты можешь зайти в плюс и использовать самый рабочий промокод YouTubePredT. Да, это самый рабочий и самый окупаемый промокод, который только здесь есть. Любая сумма, которую ты бы не закинул на данный сайт через этот промокод, умножается на 11%. Например, закидываешь 1000, получаешь плюс 11. Закидываешь 10 тысяч рублей, получаешь 1100 совершенно бесплатно. То есть, по сути, я понимаю, что вам кажется, что, ну, типа, промокод слабенький и так далее, но поверьте, YouTubePredT — это самый рабочий и самый окупаемый промокод, который только здесь есть. Поэтому обязательно используйте его. Не забывайте закидывать его в барабан бонусов, потому что здесь тоже падает очень крутая штука. Например... Стоп. Блин, скидка на кейс пролетела. Ёлки-палки. По-моему, это скин за пополнение. О, кстати, было бы прикольно сейчас выбить... В любом случае это нормально, потому что мы получаем скид за пополнение от 1300, то есть 151 рубль хотя бы бонусом, поэтому нормально. Опа, кейс-батлы открыты. А ну-ка давай залетим, участвовать. Ой, я не зашел, битва недоступна. Может быть здесь зайти можно будет? Тоже недоступно. Блин, какого фига? Я хочу зайти. Зашла. Пошла возня. Через 2 секунды сделаем битву. Тут, как я понял, у кого скин лучше, тот, в принципе, и победил. 100% я. Фу, какого фига? Ой, блин, просто взял 300 рубля, отжал, козлина вонючая. Ну, в любом случае, еще зайдем, еще поквитаемся. Ну, 31 рубль, в принципе, это не сильно-то и много, но зато у нас есть 50 драконов. Пацаны, не забывайте забирать их, потому что после того, как вы депаете, вам открывается режим, поэтому... О, папа, а может мы сейчас сразу добежим до конца? Что думаете? 250 метров до конца. То есть мы закинули, получили бонус, плюсом полетели на драконе, тут же собираем скины. А, давай до конца. Надо долететь до конца, посмотреть, что будет, потому что я уверен, что этот ивент скоро уберут, но мне кажется, ему недели или две. Ну а приятный бонус получать всегда приятно. Плюсом я не знаю сейчас, насколько далеко мы сможем зайти, но хотя бы там 500 рублей, 400 рублей, 300 рублей, это будет хорошо. Давай, наверное, вот так вот. Обновил вот так вот, обновил вот так вот, обновил вот так вот, чтобы это, знаешь, как-то быстро было. Потому что долго неохота. 7000, последний раз, и посмотрим, где мы. Ну, нормально. Хотя бы половину прошли, то есть, когда у нас будет еще на деп хотя бы 20-30 тысяч рублей, мы уже вместе с вами сможем долететь до этого замка. Поэтому давай проверим, сколько у нас здесь. Вот смотри, с какого фала. У нас сейчас 40, ну, почти, короче, 50к у нас. Ну, нормально. 1500 просто бонусом упало. Это еще бонусные кейсы мы не открывали. Ну, все, поехали. Воин драконов. Сейчас будем открывать все строго на 5 раз, смотреть, что будет окупать лучше, цепляться за это. Цель... Пройти самые дорогие кейсы сегодня. Ой, 1000 рублей, как же слабо, блин. Вот единственное... Золотая спираль и эквамаринка. Вот мне очень нравится, когда я открываю кейсы на GG дропе и выпадает в начале дорогое. Потому что, как правило, если в начале выпадет слабое... Вот сейчас, смотри, слабое. Слабое. Ой, хорошее. Хорошее. Пожалуйста, пожалуйста. Сюда. Если не графит, мы бы слились. Но мне нравится, когда дроп падает хороший сначала, потому что когда падает в конце, уже не очень. Ну, типа, как будто бы не добирает. А если вначале упал и купил, то это уже хорошо. 6000 пошла первая, 820, 512, 550. Ну нет, это full sleeve. Вот это, кстати, full sleeve. 3000 рублей, просто 48 было, осталось просто копье. Но предлагаю сегодня открывать кейсы, которые инста дороже, чем 500 рублей. Кстати, пацаны, смотрите на гиска и на хайп. Смотрите, захожу в хайп на 5 раз. Всего лишь один нож и одна пара перчаток. Стоимость 5 открытий 2500 рублей. Просто запомните, 2500 рублей, 5 открытий. И сколько здесь всего? Сейчас я покажу вам, пацаны, прикольную вещь. Смотрите, 200, еще и подслило. А вот теперь мы заходим сюда же, только рядом открываем диска 575.
5 раз дешевле. Готовы? Посмотри. Просто 3 ножа и 3 пары перчаток. И посмотри, какой дроп. Электрический улей, неонуар, удар молнии и куча ножей, неоновый гонщик. Ну, короче, понимаете, мы когда проверяли дешевые кейсы, мы для себя выяснили, что диско вот этот открывать намного профитнее. Ну, да, он стоит 500 рублей, то есть, ну, все равно, как бы, знаешь. Ну, мы, ну, типа, понял, да? Мы сейчас открыли на 600, окупились, с хайпа слили. То есть, ну, понимаете, да, что лучше? Ну, погнали. 47 тысяч. Такое ощущение, что можно зайти на премиумы, покрутить закаленку. На 5, конечно, мы не можем, на 4 можем. Поехали. Все, вот сейчас надо... Отлично. Ой-ой-ой. Последние два прям лютый кринж. Но первый 25 шедевр, это великолепно. При том, что шедевр мог стоить подешевле. Мне нереально повезло. 51. Ну, давай попробуем дальше. Можно попробовать просто два поношенных, а можно попробовать после полевых один крутануть. Вот это, кстати, мне кажется лучше. Объясняю. Поношенный кейс, который мы открываем, он иногда нас сливает. Ну, не иногда, а очень часто. После полевых сливает, но не так сильно. Ну, короче, с после полевых я купаюсь чаще. Дальше. Ну... Блин, это прям кринж. Бро, а ты не забыл лайк поставить? Пожалуйста, поддержи этот ролик, я очень старался. Ведь для тебя это всего лишь одна кнопка. Спасибо тебе огромное. 50 тысяч рублей? Это не кринж. Это вообще обалдеть. А чё это, прямо с завода или чё выпало? Ну типа, это 100% прямо с завода. По-другому тут никак не назвать. Плюс 10 тысяч рублей на ровном месте. Хм, интересненько. Можно поношенный тогда на 3 открыть на 60 тысяч рублей. Хотите? Я вот почему-то не сильно. Но мне кажется, поношенный я сказал, что сольет, и пошел специально через один. А сейчас вернуться на 3 раза открыть? Ну дай бог, чтоб 40 выдал. Вот просто честно. Вот хорошо, если выдаст 40. Плохо. Двадцатка. Двенашка. 28. Отлично. Вот скоростной бы не выпадал, вот было бы все прекрасно. 28 тысяч он еще догнал. Ой, не знаю. Давай попробуем что-нибудь покруче. Может быть, немного поношенный? Ой, здесь вообще спины падают. Посмотри, сейчас откроем, какие-нибудь спинчики упадут. Будет вообще обалденно. Прикинь, просто крутнуть кейс за 61 тысячу, выбить 3 спина и прокрутить его на 3. Ни разу не было, но возможно будет. Стоп. Ладно. Стоп. Ладно. Ой, поверхностная падает. Ой, как плохо. 60 тысяч. Сколько? 23. Ну как же плохо. Блин, какого фига? Ну что-то слабоватенько. Ладно, тогда давай опустимся вниз, попробуем с ЧБшечки камбэкнуть. 49 тысяч. Хотя нет, ЧБшка это плохо. Давай синий. Либо синий, да, но мы не можем. Либо желтый. Вот желтый как раз таки. Тоже не можем. Маленько не хватает, почти 1000 рублей. Ну давай попробуем на 4 раза. Может быть, сейчас окупит. Блин, после стрима сейчас, пацаны, стримил 21 тысяча. Ой-ой-ой. Неплохо. А теперь давай также на 5. Вот сейчас должен хорошо окупить. Пожалуйста. Ой, нет. 10 тысяч неплохо. 6 тысяч неплохо. 7 тысяч плохо. Ой-ой-ой-ой. Ну блин. Ну какого фига? Ну по факту да, по факту нормально. 33 тысячи, но сливает. Давай попробуем синий. Ну нет, не сливает. Недостаточно хорошо окупает. Пробуем синий на 38. Пока что у нас есть возможность, нужно пробовать. Нажал. Лагает. Плохо. Ужасно. Перчатки хорошо. Ай, сюда пятношечка. И... Короче, идеально. По сути, идеально. Потому что, когда я сказал плохо, упала водная терраса, и она окупила. Возвращаемся на главную. Из-за того, что мы открывали кейсы, у нас открылись бесплатки, поэтому давай пооткрываем их, посмотрим, сколько с них упадет. Мужики, пожалуйста, попрошу каждого, кто смотрит, просто прожмите свой царский лайкосик, просто поддержите меня, потому что я стараюсь каждый день для вас. Специально открываю все эти кейсы. Спасибо тебе огромное, почти поток. Блин, конечно, не забывайте, что бесплатные кейсы открываются бесплатно, 53, да, немного, но мы хотя бы вернули то, что у нас было, поэтому обязательно поставьте лайк, продолжим завтра, но если будете играть, вот промокод, он самый окупаемый, используйте и окупайтесь.